Сегодня в Звинском районе прошло выездное совещание Министерства транспорта региона. Представители территориального управления автомобильных дорог, муниципальных районов и подрядчики подвели первые итоги летнего сезона и обсудили готовность к выполнению работ по зимнему содержанию автодорог. Тему продолжит Галина Распопина. Для дорожной отрасли текущий год сложился удачно, оценивают эксперты. Благоприятные погодные условия, своевременные аукционы, увеличение финансирования позволили выполнить 80% от плана ремонта и строительства. Есть у нас сегодня и вопросы по качеству выполняемых работ с подрядными предприятиями, по срокам выполнения работы. Сегодня, хоть я и говорю, что произошло увеличение финансирования, не хватает денег, чтобы закрыть места, те, которые сегодня влияют и на безопасность, в первую очередь, дорожного движения, и на проезжаемость, особенно в сельской местности. Школьный маршрут Алексеевка-Малышева. Здесь двинские дорожники устранили грунтовые разрывы на протяжении 5 километров. Школьный маршрут, ежедневный подвоз. Сколько проживающих там? Значит, в Малышево, наверное, 70, в пределах 60 в Петропавловке, основной Алексеевка, средняя школа. Из двух населенных пунктов подвозят. Ежедневно. Если у звенчан на очереди ремонт еще одного школьного маршрута, то краснозерцы уже выполнили все работы по контрактам. Освоили примерно 200 миллионов рублей. Могли бы и больше. Василий Иваков, руководитель предприятия, уверен, тормозит развитие дорожной организации система проведения аукционов. Эта система, которая существует сегодня, она не негативно влияет на эти все процессы развития предприятий, поскольку нет плановости. Мы не знаем, кто зайдет, или бывает, что с одной ручкой предприятия, или не имеющие материально-технической базы, приходят и потом нас же просят идти на субподряд. У самих ничего не получается. И таких примеров масса. На совещании обсудили выполнение контрактов по обслуживанию и содержанию дорог. Больной вопрос – качество вырубки древесины по обочинам дорог. На некоторых участках дорог она ведется, а на некоторых мы сегодня проехали по участку дороги, вот я на ней был год, и ничего не сделано, не вырублено. Так дальше продолжаться, я могу сказать, просто не будет. Сейчас ноябрь начнется, за октябрь работы все выполнены, мы приостановим финансирование, я это вам гарантирую, 100%. Прямо по контракту. Одна из важных задач, подчеркнул Сергей Титов, проверить готовность магистрали к зиме и спецтехники. Дорожники из Карасука уверяют, все под контролем. Технику мы к зимнему периоду уже подготовили, у нас пескобаза готова, материал противогололедный завезен. То есть КДМ, все плоско-щеточное оборудование готово, устанавливаем снегозадерживающие щиты, почищены куветы. Но к зиме, то есть те процедуры и те работы к зимнему содержанию уже выполнены. Мы к зиме подготовились. Строительный сезон для многих предприятий еще не закончен. Предварительные итоги работы показали. В регионы с каждым годом не только увеличивается количество новых дорог, но и улучшается качество. Галина Распопина, Сергей Шевченко, новости ОТС.